Прокуратура Красногвардейского района прикрыла оздоровительный центр, на который жаловались жители Таллинской улицы. Правоохранительные органы выяснили, что в подвале дома номер 6 работал нелегальный клуб по интересам. Дверь закрыта, никто не отвечает, но еще две недели назад здесь работал частный оздоровительный центр. По крайней мере, под такие цели бизнесмены взяли это помещение в аренду у города. Впрочем, по словам жителей, лечением там точно не занимались. Живут, ночами покоя не дают. Там их раздирают напополам, наверное. Обращался весь дом, и соседи обращались, и выше этажами. Музыка была, все что угодно. В то время как жильцы дома оставляют исключительно негативные отзывы о заведении по соседству, те, кто уже бывал внутри, делятся впечатлениями о приятно проведенном времени. Вводя в поисковике слова «частный клуб на Таллинской 6», оказываешься на сайте любителей полигамной любви. График ночных встреч членов этого клуба совпадает с показаниями жителей. Эти вечеринки, которые пати, у них были по средам и пятницам. Очень шумно. Приезжала полиция, мы вызывали в 2 часа полицию. Приезжала полиция буквально на минут 5 прекращалось это все, а потом опять начиналось. В таких условиях жители дома существовали почти 3 года. Обращались в полицию, но в итоге на выручку пришла прокуратура. Мы организовали проверку с привлечением контролирующих органов Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности, этого по-старому пожарный надзор. Вышли в адрес, да, действительно, доводы жителей подтвердились. Да, в связи с чем мы внесли представление, материалы направили должностным лицам Комитета имущественных отношений для решения вопроса о расторжении договора. В ходе проверки сотрудники прокуратуры Центра здоровья в подвале на Таллинской 6 не нашли. Вместо этого обнаружили десятки нарушений санитарных и пожарных норм. Клуб закрыли, а его владельцев обязали в ближайшее время освободить помещение от содержимого – больших кроватей, нижнего белья, а также латексных и резиновых изделий.